Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Спеши любить» 2002 года. Лэндон Картер – кумир своей школы. Он независим, красив и жесток к изгоям. И, конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься состающими и играть в школьном спектакле. Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в нее. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре он убедился, что сдержать ее будет очень непросто. 50 первых поцелуев 2004 года. Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему придется влюблять в себя Люси каждый день. «Постскриптум. Я люблю тебя» 2007 года. Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь, могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену. Заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя». Один день 2011 года. Эмма романтична, а странный язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер – плейбой, баловень судьбы, и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день, а потом пришла ночь, и они решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день, через год, через два. Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот один день? «Ешь, молись, люби» 2010 года. Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя. «Дорогой Джон» 2010 года. Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона – единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга, и письма от Саванны приходят все реже и реже. Выбор 2016 года. Любовь, серьезные отношения, ответственность, семья. Закоренелый холостяк Трэвис Паркер считает, что все это не для него. У него есть отличная работа и верные друзья. Он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта и избегает серьезных отношений. Но не родился на свет еще тот человек, которому удалось бы уйти от настоящей любви. Когда в доме по соседству поселяется тихая и замкнутая Габи, жизнь Трэвиса меняется. Дневник памяти 2004 года. Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки «Женщине в доме престарелых». Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живущих в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось. Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла – ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Новейший завет 2015 года. Да, Бог существует, но он совсем не такой, каким мы его представляли.
Он живет в Брюсселе, и у него не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и отправляется в наш мир искать приключения и испытывать терпение своего отца на прочность. Надолго ли его хватит? История дельфина. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!